прибоя рассвет пробуди. Сердце как друга море встречай, сердце как песня летит из груди. Открытие генеральной доски Муслиму Магомедовичу Магомаеву. Ваши аплодисменты, друзья. Именно она сохранила нам, вот эта Мара Синявская, и известный на весь мир, именно она своим сердцем растворилась в его сердце, продлила его жизнь. И то, что мы здесь сегодня присутствуем при открытии памятников, за это ей низкий поклон, потому что она по-настоящему любила, не настоящая любила вообще-то не существует. И именно она жертвенно принесла свой великий всемирно известный талант ради того, чтобы Муслим жил и радовал нас. Вот сейчас это случилось, и далеко не часто встречаются жены великих артистов, которых давно уже забыли, память о них исчезла. И Тамара до сих пор все свое сердце, всю свою душу отдает Муслиму, потому что он для нее жив, и это понятно и естественно. Еще низкий мой поклон, конечно, роду Агаларовых, которые незаметно, благородно, возвышенно делают благородные такие дела, как чтут своего великого земляка. Я горжусь тем, что я дружил с Магомаевым, мы с ним написали две работы. И если бы он не был великим певцом, на все времена, я считаю, такие таланты, они остаются как критерий отношения к народу своим великим искусством. Он пел сердцем для народа, он любил народ. И народ это чувствовал и платил ему тем же. Когда произошло это трагическое событие, и мы с Тамарой решали, где будет предан земле тело великого Муслима Магомаева, и были приняты решения, что это будет на его исторической родине в Баку. Об этом узнал Сергей Семенович. Тогда он был руководителем администрации президента, он доложил президенту, и нам позвонила Шильцова, ныне покойная Людмила Ивановна, и сказала, раз я не знаю, что произошло, но позвонил Лужков и сказал, езжайте на Новодевичье, выбирайте любое место. Вот это был Сергей Семенович. Вот так он поступил в те тяжелые минуты, в те тяжелые дни. И сейчас, когда мы пришли к нему с идеей, значит, установки мемориальной доски, он незамедлительно дал все указания, и я хотел бы от всех нас его поблагодарить и поаплодировать ему. Спасибо. 17 сентября. Это не просто так был выбран день, потому что уже больше 40 лет есть традиция в Баку. 17 августа, в день рождения Муслима, мы всегда бывали, и я до сих пор бываю, в Баку на берегу Каспия. Там всегда проходил день рождения всех тех друзей, которые в этот момент находились в Баку, и даже некоторые прилетали. Поэтому свой день рождения, московский, как он называл Муслим, он всегда устраивал 17 сентября, потому что все музыканты, все друзья, все любимые артисты уже к этому времени собирались. И тогда это был праздник. Вы знаете, что у меня сейчас очень странные чувства. Я не могу сказать, что это печальный день. И я не могу сказать, что это праздник. Но это самый-самый день, который просто удивительным образом Господь подсказал, наверное, что выбран 17 сентября. Он безумно любил свою квартиру. Безумно. Мы ее, так сказать, делали с любовью, с фантазией, с его дизайнерским талантом. И сейчас он, несмотря на то, что он совсем рядом, напротив своей любимой квартиры, он теперь совсем рядом, можно сказать, даже в квартире, просто под ней. Он будет охранять этот дом. Спасибо всем большое. Всем-всем-всем. На этом церемония закрыта. Спасибо большое. Море вернулось говором чаек, и
песни прибоя рассвет пробудил. Сердце, как друга, море встречает. Сердце, как песня, летит из груди. Это что он изображен у нас в том достаточно молодом возрасте, и образ самый такой вот, с чего он начинал, самый такой для всех неожиданный, интересный, да? Вот. Там ноты его песен на фоне изображены, реальные ноты. И там есть надпись, ее не сразу видно, «Орфей 20 века». Она там включена, когда вот цветы там, это видно за цветами. Ну, основная мысль просто значительно и тоже деликатно вставить в фасад дома эту доску, которая будет напоминать, что он здесь жил. Это его родные места уже, он долго здесь жил. Вот, собственно, основная такая идея. И общий фон, он такой немножко извилистый, как мелодия его песен. Я видел его не один раз близко, вот, но так смело сказать, что я был знаком. Мы разговаривали, мы общались раза два, в Цедри это было. Вот. Но так, что я был знаком, я бы так не решился сказать. В перспективе, я думаю, даже улицу назвали, да, именем Муслима Магомаева. Ну, конечно, это все делается при поддержке властей. Самостоятельно такие вещи делать невозможно. И это большая энергия, которую в свое время, который заразил всех Муслим Магомедович, и для него всегда все двери были открыты. И, в принципе, сегодня я не могу, то есть есть сложности, но я могу сказать, что есть огромное количество людей, которые всегда искренне хотят помочь. Будут ли еще организованы какие-либо мероприятия, вот приуроченные к 75-летию великого певца нашего, великого Муслима Магомедова? Ну, главное событие, которое планируется 21 октября, это юбилейный концерт, 75 лет Муслима Магомаева, в котором примут участие лучшие артисты советской, российской и мировой эстрады. Наверное, вы не раз рассказывали о первой встрече с Муслимом Магомедовичем. Наверное, еще раз поделитесь этими теплыми воспоминаниями, как прошла первая встреча. Ну, самые мои первые ранние встречи с Муслимом Магомедовичем прошли, когда мне было годик, два, три, то есть я был совсем маленьким. И вспомнить, как она проходила, уже невозможно. Но со временем я взрослел, и в какой-то момент, лет, наверное, 18-20, я по-настоящему начал осознавать все-таки масштаб этой удивительной личности. И вот часто был здесь в гостях дома Муслима Магомедовича, много беседовали, музицировали, о чем-то дискутировали, кто лучше что спел когда-то. И могу сказать, что это был абсолютно удивительный человек. Какой он главный совет дал вам в жизни? Был какой-то такой, что сказал? Пой. Просто мне говорил всегда, пой, у тебя все получится.